Всем добрый день! Сегодня будем шить прозрачную косметичку. Изначально я хотела пошить сумочку, но так как опыта работы у меня практически нет с такой пленкой. Пленка это называется, некоторые называют жидкое стекло. Продается в хозяйственных магазинах. Размеры у меня вот такие, 22,5 на 14,5. Здесь я закруглила по краям. Вот эта часть 47,5. Если вы будете увеличивать свою косметичку, допустим, вы увеличили косметичку, прикладываете сантиметровую ленту, и вот вы уже знаете, какой длины у вас будут бочка. Значит, у меня 47,5, ширина около 7 сантиметров, это по центру, вверху меньше. Бочка будут у меня из ткани. Ткань посадила на флизелин. Сложность пошива в том, что эта пленка прилипает не только к себе, но и еще к швейной машинке. Понимаете, в чем сложность? Вот я вырезала 2 слоя. Видите, как она прилипает? Пленки такой я купила 1 метр. И ширина тоже 1 метр. Так что вот немножко руку набью, как говорится. И сумочку будем шить обязательно. И вполне возможно даже не одну. Так что не пропустите новые видео. Наперво надо пришить молнию. Значит, чтобы пленка не прилипала, вот так буду подкладывать под каждый листик. Вернее, под каждую детальку буду листик подкладывать. Подгибать пленку не буду, это не ткань, ничего не осыпется. И вот так вот буду пришивать. Швы будем обрабатывать вот такой косой беечкой. Если у вас молния по цвету не подходит, значит и молнию было бы неплохо обработать или косой бейкой, или тканью, которая пойдет у вас на боковые части. Лапка прилипает к пленке, значит, надо шить таким образом, чтобы не было соприкосновения лапки и пленки. А это можно достичь только когда пленка внутри ткани, то есть внутри косой бейки. Значит, надо сметать. Вот серединки мы пометили. Сметать вручную аккуратненько. Прям вот. Миллиметра полтора-два шовчиком, и потом уже будем обметывать.
Да, местами лапка прилипает прилично, поэтому, думаю, вот так, подложив ткань, будет лучше. И вот тут, конечно, надо вверх поднимать, и тут прилипает. Очень капризная пленочка, но вот в этом весь интерес для меня и состоит. Ну, просто из ткани пошить, это уже не так интересно. А вот это именно как эксперимент. Придумала, как прострочить, чтобы было покрепче и, может быть, полегче. Ну вот сейчас уже дострочу так, а потом то покажу на отдельном кусочке пленки. Да, не так-то просто шить эту пленку, но я надеюсь, результат будет все-таки хороший. Пускай не первое изделие, когда наберешься опыта, всегда легче. Так, смотрим, что у нас здесь. Да, кое-где машинка заминала и не так аккуратно, как хотелось бы. Здесь вот вообще не подхватила нижнюю ткань. Придется повторить. Так, ну вот хочу показать вам, как я еще придумала. Вот смотрите, отгибаю, пришиваю. Но так как будет прилипать к машинке, значит подкладываю ткань. Я как бы с самого начала сначала так хотела, а потом вот что-то передумала. И опять подкладываем и отстрачиваем. Но, конечно, строчить по ровной линии всегда легче, нежели вот на вот этих вот закруглениях. Значит, что я поняла? Вот именно косметичку строчить сложнее, нежели сумку. Потому что вот на сумке деталька будет больше и строчить будет легче, нежели вот на косметичке вверху совсем узенькая. Так что я помучилась, все вам рассказала, а вы, девочки, теперь шейте. Теперь вам будет легче. Ну, следующую, конечно, будет сумочка, все равно шить буду. Так, ну и кругом, где нам не нравится, можно перестрочить, а можно вот именно вручную все аккуратненько заделать. Но может быть, надо было, как я говорила в начале видео, обшить косой бейкой отдельно детальку из пленки, отдельно вот эту боковушечку, а потом соединить между собой. Ну а вообще, конечно, девочки, пишите, как говорится, в споре рождается истина. Может быть, вы шили такую пленку, изделие из этой пленки. Может быть, у вас есть опыт. Пишите, будет интересно почитать. Все, косметичку дошила, в общей сложности довольна. Косметичка вместительная. Ну и сама выкройка, конечно, удобная. Так что, надеюсь, мои советы вам пригодятся.
Такие сумочки, косметички хорошо брать в дорогу. Посмотрели, и сразу вам ясно, где оно лежит, здесь или в другом месте. На сегодня все. До свидания. Всего доброго.